31 марта на территории нашего городского округа введен особый противопожарный режим. В связи с этим об основных требованиях противопожарной безопасности расскажет директор муниципального казенного учреждения по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Денис Александрович Муковозов в нашей постоянной рубрике «Телеэксперт». Дорогие жители и гости нашего городского округа, хотел бы сообщить вам, что у нас с 31 марта введен особый противопожарный режим на территории городского округа. Связано это с тем, что стоит достаточно сухая погода и увеличилось число ландшафтных пожаров. Резко возросло у нас до 21 за прошлую неделю. На этой неделе уже было 2 возгорания травы. Хотел бы напомнить основные требования противопожарной безопасности. Самое главное – это запрет на разведение каких-либо костров. Ни для сжигания мусора, ни для проведения пикника на природе. Все это запрещено. Хотелось бы напомнить владельцам садовых участков, частных домовладений, что на территориях этих домовладений также запрещено разжигание костров, открытого огня и выжигание территорий вокруг этих домовладений. Также хотелось бы напомнить владельцам домовладений, участки которых прилегают к лесу, о необходимости создания минерализованных полос до 1,5 метра шириной, либо выкосе растительности до 10 метров от границы ваших владений до начала леса, скажем так, до границы лесных угодий. Также хотелось бы напомнить о том, что запрещено запускать фейерверки. Хотелось бы напомнить о культуре поведения в лесу, то есть не оставлять бутылки стеклянные, потому что в солнечную погоду они работают как линзы и служат источником пожара, опять же. Ну и не бросать в нашем лесу недокуренные сигареты, зажженные спички, так как это все тоже может стать причиной возгорания растительности.